Жители и гости Прикубанского района, проезжающие между селами Знаменска и Николаевска, наблюдают строительные работы загадочного объекта, который проводится прямо в поле. Этот объект – строительство Усть-Жигутинского Прикубанского группового водопровода. Сейчас строительно-монтажные работы в самом разгаре. Сколько уже выполнено всего от объема работы и когда планируют их завершить, узнавал Мурат Джанкезов. Новый групповой водопровод позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 10 населенных пунктов. Пристань Привольная, Личевская, Светлая, Пригородная, Счастливая, Холопно-Ротниковская, Талуек, Николаевская и Знаменку. А это без малого почти 12 тысяч человек. Более подробно о строительстве объекта мы попросили рассказать начальника участка. Ведется строительство межрайонного группового водопровода Усть-Жигутинского и Прикубанского районов. Согласно этого проекта, вот здесь вот возводим два резервуара по 1000 кубов и еще одна насосная будет. На сегодняшний день вот мы возвели фундаментную плиту под основание резервуаров, под обоих резервуаров. Первый резервуар, и здесь вот где мы стоим, второй резервуар, да. Вот. Выполнены на сегодняшний день где-то 30% стоимости сметно-монтажных работ. Федеральный проект «Чистая вода» предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения питьевой водой из систем центрального водоснабжения. К 2024 году планируется обеспечить качественной водой 80% жителей республики. Работы идут полным ходом, несмотря на некоторые затруднения. Дожди, что были, немного задержали нас сроки работы. Грунтовые воды пошли. Вот это вот откачивать воду, вот это трудности. Вот, май, июнь, дожди вот эти вот. Дальше будут проводиться работы уже непосредственно по устройству резервуаров. Вот сейчас вот мы будем заниматься гидроизоляцией поверхности фундаментной плиты. Потом уже горизонтально и вертикально боковых обмазочных гидроизоляций. А потом уже будем устраивать армирование днища резервуара и днища резервуара будем делать. А потом уже стены пойдут резервуара и, естественно, колонны, и все как полагается. Объект группового водопровода планируют создать к концу года. В целом проблема качественного и бесперебойного водоснабжения актуальна для нашей республики. Этот вопрос решается последовательно. Серьезным подспорьем стал нацпроект «Чистая вода», в котором республика активно участвует. В рамках этого нацпроекта также идут работы по строительству водопровода в Карачаевском районе и поселке Эркиншахар. Мурат Чанкезов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район.